Всем здорово. Бортовую перебрали. Сразу видно, не моя. Я полностью черным красил. Бортовую пришлось выкинуть. И выкинул венец. Пришлось ее поменять. Так уже пашу. Второй день. Сотку закончил, 100 гектар, перешел на вот это вот большое поле, 360 гектар. С той стороны начал, вот примерно вот оттуда, от той черной полоски. Вот, оттуда начал, там сыро, низинка сыро. Он то лезет, то выпрыгивает, и перешел я вот сюда наверх. Вот сюда наверх перешел, вот от угла. От угла, и вот разворотку я потом сделаю. Тоже остановился ноги размять, почистить. Он лезет, потом снизу трава набивается, вот здесь нет, вот выпрыгивает, надо чистить. Надо еще винта немножко укоротить, я думаю. Вот там МАЗ стоит с прицепом. Там вот вдалеке, вот плохо видно, комбайн докашивает. Там вот стан наш, Алтайка и бочка с соляркой. А там на горизонте Державинские элеваторы. Вот ХПП. Вот там еще одно ХПП, вот старый элеватор, телевышка. И сам город Державинск. Вот мы невдалеке. Километров 7-8 от города. Вот, Игореха, поехал. Молотит, молочит. Тут у нас закат. Сегодня придется в ночную оставаться, наверное. Попросили подменить сторожа. Ну, тут рядышком. Заодно и попашу, и подежурю. Ладно, всем удачи. Сейчас померяем, сколько там глубина у нас. Вот напротив камушка, это на 20 сантиметров, 29 почти. Здесь примерно так же. 20. Здесь чуть поменьше. 28.